И всем привет, подписчики и зрители этого канала. И сегодня, вы не поверите, это вторая часть про Лего Майнкрафт. И сегодня у меня вот такой вот набор. 6+. Крутой. Вот, смотрите. Скрините, делаете что-то, что хотите, если хотите его купить. Все, молодцы. Так, а я сейчас за ножницами распаковывать. Все, я уже достал ножницы. Сейчас распакуем. 120 гривен, кстати, этот набор стоит. Ну, 119. Ух ты! Вот сам набор. Инструкция. А, вот. Так, тут больше ничего нету. Да, я бросать не буду коробку, а то мне еще надо сохранить. Ну вот сама инструкция, конечно. Ой, ребята, вы упали. Вот сама инструкция. Сейчас распакуем. Только на столе это будет делать неудобно, потому что она у меня под наклоном. Сейчас будем на кровати. О, волшебство работает. Так, ну что, будем собирать. Так, секунду. Распакуем. А пока я буду собирать, я буду с вами разговаривать. Сейчас соберем человечка. О, кстати, качество пластмассы. Я на голову, конечно, посмотрел. Конечно. Да, сейчас соберем вам тут все. О, кстати. Все хорошо так прикрепливается, заметил. О, кстати, тут золотой меч уже наконец-то положили, а не как в прошлом наборе. Вы, кстати, посмотрите вот этот вот ролик, если его еще не видели. Так что посмотрите. Сейчас соберем его. Ну, кстати, персонаж, он, так скажу, нормальный. Ну, пока что у меня получается. Секундочку. Не, прикрепляется все хорошо. Руки только у него очень, ну, так, болтаются прям. Лего, я вас засужу. Сделайте так, чтобы руки нормально всовывались. Сам персонаж. Сейчас с собой свет не хотел. Ну, прикольный такой персонажик. Только на камере это не передает. У него лицо чуть-чуть не такое. Не, ну а так фигурка прикольная. Так, ладно, приступим к сборке. Берем сначала вот эту детальку, потом вот эту. И вот эту. Это надо все сделать. Вот так вот это должно получиться. Так, теперь что дальше? Берем вот это вот 3×3. Потом вот эту вот детальку. И вот эту. Это мы должны вот так вот скрепить. Все эти скучные моменты я буду, наверное, ставить на паузу. Так. Дальше. Короче, я вам не буду показывать, я просто когда дойду, ну, когда я буду собирать, то я вам просто, так, должно вот так вот получиться. Хорошо, сейчас все соберу. И я собрал, и вот так вот пока получается. Так, сейчас дальше соберу. О, ребята, это вам не передать, но я вот это вот делал очень долго, потому что там вот этот маленький, мочевочнички, детальчики, я вот это все скрепливал. Это сложно. Ну, а тут сейчас маленькая построечка, я сейчас ее быстренько построю. Сейчас я даже камеру вырубать не буду. И знаете что? Все, я уже построил.
вот эту маленькую постройку. Вот. Так, дальше. Тут тоже небольшая, так что я перематывать не буду. Тут очень маленький. Ребята, камера выключилась. Простите, пожалуйста, потому что у меня памяти мало. Я сейчас все, короче, это соберу и вам покажу. И та-да-да-дам! Я его построил. Опять что-то отвалилось. Вот. Такая вот постройка. Достаточно большая. С фигуркой. Если хотите, купляйте, хотите нет. Ну вот такая вот. Скриньте. Делайте что-нибудь. Ну, а на этом все, ребята. Спасибо вам всем за просмотр. Всем пока-пока. На канал подпишись, я сказал.